Во многих городах мира выступали питомцы свердловского тренера по прыжкам на батуте Николая Петровича Мамина. За 10 лет, а именно столько лет этому виду спорта в нашей стране, воспитанники школы Мамина выиграли 13 кубков СССР, 7 золотых медалей чемпионатов Союза, 4 золотые медали чемпионатов Европы. А нынче воспитанница Мамина, свердловчанка Таня Анисимова, прибавила к этой богатой коллекции и золотую медаль чемпионки мира, победив всех своих соперниц в австралийском городе Ньюкасле. Вот они, первые шаги в большой спорт. И первые пробы упругой сетки. Когда-то с этого начинала и Таня Анисимова. А кто из малышей не надеется научиться так же легко и свободно парить над батутом, как это делает чемпионка мира?